маты стихли, работаем. Поехали дальше. У нас номер 1, 2, 3, 4, 5, 6. Номер 7. Уже перевалили за серединку. Номер 7, нож Байкал 2, производство ООО ПП Кизляр. Только что ООО ПП Кизляр сорвал нам крышу своим стерхом со сталью Д2. Согласись, сорвал. Да, согласен. Простенький нож, просто здесь порвал просто все вокруг. Прикол этого ножа в том, что здесь разборная рукоять, сквозной монтаж. Мне этот монтаж очень нравится. Почему? Потому что даже если после рубки появляется какой-то микролюфточек, разобрал, все почистил, всю дрянь выдул из рукояти, собрал, и он у тебя дальше работает. Здесь сбитый плитой, голый. Очень приятно рукоять. А, что, держи? Давай. Поехали. Нож уже сразу чувствуется, как врезается своими зубами. Справился? Точно скажу, что нам заплатили. Точно. Эх ты ж. Ну вот так. Полторы. Ну вот полторы так. Запишем. Давай режь. Так, как ты сказал, чтобы я ничего там не портил, да? Да, да. Плохо режет. Предлагаю вес. Ну, интересно. Вот так. Здесь такой момент, смотри, если у тебя на разрезе он вгрызался, да? Да. А здесь режет плохо. Да. Посмотри, может быть здесь из-за этого покрытия, потому что на самом деле кизлярское покрытие черное, оно, например, к продуктам, ну, факт остается фактом, оно реально прилипает. Эх! Ну, не-не-не. Ближе к краю. Здесь именно к краю, не к краю. Это я попал просто в ту же. Вот сейчас уже тяжело будет. Мне нужно, потому что вот сюда попасть. И, ну, ну что, да. Половинка. Да-да-да, Андрей прав. Что-то здесь, да, что-то здесь не то. Считает вообще. А как-то хорошо получилось, но я не считал. Очень удивительно. Хорошо получилось, но я не считал. Надо бы потом посчитать. А надо бы считать кому-нибудь. Ну я хрен знает, Андрюха. Я же видел на самом деле, что на веревке он как-то. Что-то не то было. А здесь. Ну, у нас там сейчас в комментариях полно экспертов, они объяснят, почему с веревкой нож ну как-то лоханулся. А здесь вы же видите. Очень глубоко. Мега глубоко заходит. Кстати, насчет буша мысль возникла. Надо этого бородатого брутала пригласить зимой в лес без палатки. Ну, с ночевкой, разумеется. Конечно. Это же у нас только Паша ходит по лесам. Остальные-то так покурить вышли. Да. Это интересно, потому что на самом деле очень так, ну, действительно бодро. Но почему тогда на веревке-то такая была откровенная нескладуха? Ну, как ощущение? Ощущения волшебные. Пробуй. Ощущение просто волшебное.
Ну как пулемет. А почему тогда? А что была за тема с веревкой? Я не знаю. Я тоже не знаю. Но так бывает. Один и тот же нож на разных материалах как-то себя по-разному ведет. С другой стороны, оценки легче выставлять будет. Ох ты ж, ежик. Вот это, я понимаю, фальшлезвие. До свидания, молоток. Ты мне был дорог. Сможешь брусками делать? Смотри. Упражнение было мучительно для молотка. Просто фарш. Но не, все четко, все клево. Давайте вот канат. Это как будет кост. В каком-то смысле момент истины. Как вот. А, как вот. А что вы мне не сказали? Так, поехали. Я уже зарапортовался. Думаю, что кокосинг этот нож прошел очень удачно. Охренеть. Так, ну давайте посмотрим. Мне, конечно, нравится холодная версия этих ножей. Опа! Все четко. Да, палец, мизинец у нас сместился, но все равно материал рукояти вместе вот с этим упором остановили где-то на середине. То есть, конечно, это не 100%. Опа! Да, чуть-чуть смещается, вот самую малость. Но рукоять по-любому травмобезопасна. Так, поехали. Я прям в ажиотации. Это будет интересно. Ну, сразу скажу, конечно, не как стерх на D2, потому что там было, но пободрее, чем некоторые из выше представленных. Режет? Ну, согласись, что да. не супер. Не супер, но режет хорошо, согласен. Здесь как бы не придерешься. Так. У нас, кстати, сегодня еще ни один нож не убили на кокосе. Удивительно. Пора бы начать. Ну, вот здесь чуть-чуть отблескивает. Но это именно такой вот рабочий момент. То есть, ну, не скол и не замин. Немножко вот поблестела здесь пробочка. Поехали дальше.